Уникальное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Губернский» представляет разнообразные виды отдыха и досуга на любой, самый взыскательный вкус. Концерты звезд российской эстрады, драматические и музыкальные спектакли с участием ведущих артистов столичных театров, выступления собственных музыкальных коллективов, фолк-группы «Кудесы», ансамбля патриотической песни «Трассера», заслуженного артиста России Анатолия Полозенко, представление молодежного шоу-театра «Апельсин-Зу». Многофункциональность культурно-досугового центра «Губернский» дает возможность всем желающим, без учета возрастных категорий, заниматься хореографией, вокалом, художественной гимнастикой, изучать английский язык и основы кройки и шитья, развивать интеллект, постигать философию йоги и боевых искусств корейского меча. Культурно-досуговый центр «Губернский» для всех и каждого.